Итак, ребята, всем привет! Сегодня у меня будет видео достаточно интересное. Оно будет, довольно-таки интересно для любителей. Для любителей нумизматики, у кого есть монеты, которые ничего интересного не стоят, но они достаточно приятны, будут смотреться в коллекции, как я их готовлю к вашим коллекциям. Сегодня будем работать с юбилейными рублями, будем их чистить, как правильно чистить, и, естественно, наносить на них такой блестящий штемпельный блеск. В коллекции будут глаза радовать. Так что метод достаточно простой, легкий. Каждый из вас, даже ребенок, сможет это сделать. Но для этого, конечно же, нужно кое-какие средства. Я думаю, у каждого они имеются. Так что на этом ждем всего цикла работы. Видео будет очень коротенькое, но полезненькое. Так что смотрим. Ну а монеты, ребят, у нас будут экспериментироваться именно вот такие вот, вот такого вот характера. Вот, монеты, естественно, были в обращении очень долгое время, и на них имеются сколы. И хочу вам показать, что можно сделать с этими монетками. Внешний вид, конечно, как вы видите, удручающий, имеются царапины, небольшие язвочки. Монета, в общем, для коллекции совсем не пойдет. И я вашему вниманию сегодня продемонстрирую то, что будет радовать ваши глаза. Ну и мои тоже, конечно. Будем чистить, скорее всего, вот именно вот этот юбилейный рубль. Запомнили, как он внешне выглядит сейчас? И посмотрим, как дальше будет выглядеть. Ну что, ребята, для чистки наших рублей понадобится всего-навсего вода, щеточка ненужная и, конечно же, зубная паста. Этот метод настолько прост и хорош, что может привести монеты в порядок любой новичок. Как новичок, так и старичок. Выдавливаем зубную пасту на щеточку, предварительно смочив монетку с обоих сторон. И просто-напросто чистим, как чистим обычные зубы. Нам это нужно для того, чтобы при помощи щетки и зубной пасты вычистить все загрязненные места именно между буквами. И хочу вам сказать, что самое главное в этом методе – нужно монету предварительно почистить. Ни в коем случае не нужно делать то, что вы думаете лучше. Я провел много экспериментов и уже могу с уверенностью сказать, что в каком порядке нужно делать. И именно чистка зубной пастой в данном методе одно из самых главных. В общем, монету чистим со всех сторон, и причем гурт тоже обязательно, потому что в рублях юбилейных гурты довольно-таки интересная тем, что внутри имеются надписи. И они довольно-таки крупные. И из них грязь вычистить очень-очень тяжело. Так что не поленитесь, зубная щетка и паста обязательно в этом методе. Ну и все, ребята, долго-коротко. Монету выглядит у нас, вот, в принципе, вроде как потемнело, да, видите, зубная паста потемнела. Это означает, что чистка, в принципе, идет успешно. Сейчас я промою водичкой и покажу вам, что у меня из этого вышло. Итак, ребята, монетку мы почистили при помощи зубной пасты. Уже, как вы видите, из букв я всю грязь вычистил, и монета выглядит все равно невзрачно. Имеются ходовые текстурные такие вмятины в монете, имеются какие-то царапины, вот, и, в общем, монета не очень. Самое главное то, что мы монету почистили, вот, и теперь будет следующий этап действий, тоже довольно-таки легкий, и может каждый это сделать у себя дома. Так что приступаем.
Ну и следующий этап, это, конечно же, будет у нас полировка. Есть различные средства для полировки монет, есть для хрома, есть для стекла. Вот, но я выбираю для себя именно пасту Гоя, именно вот в камне. Из-за того, что он меньше как бы разлетается, а пасты для хрома, когда намазываешь на войлок, при вращении он разлетается в разные стороны. Вот. Хочу сказать, многие критикуют, вы монеты лучше шкуркой почистите. Хочу сказать, что паста Гоя для хрома используется для полировки стекла. Да, ребята, стекло полируем. Если полируется стекло до идеала, то что может произойти плохого, если будет полировка осуществляться на металле? Я считаю, ничего такого сверхъестественного нету. Ничего губительного для монет тоже нету. Тем более монеты не ценные, обычная ходячка. Можно привести их в порядок. Так что следующий этап. Сейчас вам покажу, что происходит дальше с монетой. Перчаточку я одел для того, чтобы поменьше пачкаться. И, во-вторых, монета при полировке будет нагреваться и будет просто-напросто пальцы жечь. Так что имейте в виду. Итак, ребята, для чистоты экспериментов одну часть рубля я обклеил скотчем. И будем сейчас одну сторону полировать. Полировку я буду делать вне эфира, а вам только буду показывать конечный результат, потому что шумно, и вам не интересно смотреть, как я полирую. Ну что, ребят, давайте посмотрим, какой результат. Вот смотрите, видите, я закрывал и полировал. Сейчас скотч отклеим и посмотрим, в чем была разница. Так, все то же самое будем осуществлять и с другой стороны монеты. Итак, смотрим. Вот такая-то она была чищена. Так, здесь небольшие пасты Гоя. Ну, естественно, монета царапанная. И затереть все царапины не удается. Вот смотрите, какой результат. Я считаю, что в принципе успех есть. И сейчас до такого состояния, как левая часть, я буду доводить всю монету. И будет похоже на штемпельный блеск. Похоже, ребята, только похоже. Ну что, ребята, весь процесс у меня был недолгим. И смотрите на результат. В принципе, знаете, если монета была бы без колов, была бы просто шедевр, шикарно, зеркальное отражение, даже себя вижу. И монета выглядит, в принципе, добротно, классненько, вообще зачетно. Вот такая патина остается от рук даже, видите, отпотевает, и монетка вот выглядит так вот. Вообще зачетно получилось, ребята, очень зачетно. Помимо всего, можно еще чистить и обычные монеты. Хочу сказать, что повторить, что, ребят, не чистите этими средствами именно дорогие монеты. Вот эта монета мало была в обращении и почистилась вообще шикарно. Вообще огонь. Смотрите, отпотевает. А так, в принципе, вообще огонь получился. Вообще огонь. Можно также чистить и наши 10-рублевые коллекционные. Недорогие экземпляры. Выглядят добротно. Но этим способом хочу еще раз сказать, что не нужно часто. Были вот в таком вот сохране. Вот такой вот. Не очень, да, красиво? Выглядит не очень. И это тоже не очень. А сейчас выглядит даже очень. Вот они, два экземпляра. Был такой, а стал вот такой. Любая чистка на монету влияет.
какая бы она бы ни щадящая была. Полировка также, ребят, злоупотреблять не стоит. И чтобы часто их не доставать из своих альбомчиков, естественно, монеты нужно консервировать. Консервацию можно использовать разную, как воском, так и лаком. И долгие годы будут еще лежать. Так что вот так вот, ребята. Многие, конечно, будут критиковать, но результат, еще раз скажу, на ходячку, на обычную ходячую монету, недорогую, можно использовать и привести коллекцию в приятный, красивый внешний вид. Так что вот такой вот у нас простой народный способ чистки полировки до зеркального штемпельного блеска. Вот так. Красота. Итак, ребята, в общем, я вам показал, как можно легко, просто приготовить монеты для коллекции, чтобы они радовали не только вас, но и гостей, которые приходят к вам в гости посмотреть, поинтересоваться вашим любимым хобби. Для этого всего-навсего нужно немножко времени, немножко терпения, ловкости рук никакой, зубная щетка, паста и, конечно же, бурмашинка. Но если этого нету, то можно использовать обычный лоскуточек войлока и пасты Гои. Можно, конечно же, и пасту для хрома, и просто при помощи ручной манипуляций можно довести до состояния. Но если нету бурмашинки, то можно использовать и дрель. Да, ребята, на дрель тоже можно осадочку наносить и при помощи дрели. Но это как лайфхак, ребята. Ну, результат вы видели, получилось просто шикарно. Повторю еще раз, эти монеты, ребята, ничего из себя ценного не представляют. 50-100 рублей. Вот, естественно, дорогие экспонаты не рекомендую так чистить, потому что при частом использовании полировки часть рельефа, естественно, ребята, естественно, все это снимается. Но это не губительно, если проведете полировку там 1, 2, 3, 10, вот, потому что полировка осуществляется для автомобилей, для хрома, также для стекла, вот, а это металл, ребята. Так что серьезных проблем для металла не принесут. Ну, результат видели, все налицо, получилось классно, так что метод рабочий, метод действует. Мотайте на ус и используйте в своих чистках. Так что на этом и все. Всем пока. До новых встреч.